было, а под чуть позже я вам расскажу о тех аргументах, которые пытается Конституционный суд предъявить партии ШОР, и насколько эти аргументы смешны, нелепы, незаконны, и вообще студент Юрий Санду! Жос Майя 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 Санду! И мы исходим из того, что когда мы уберем к чертовой матери президента, псевдо-президента, когда мы уберем этот Конституционный суд, который служит кому угодно, только не стране своей, где они живут, и получают зарплату хорошую с наших с вами налогов, вот тогда мы с вами изберем Конституционный суд, президента, который будет служить Республике Молдова, а не всем, кому угодно. А то, что они не служат Республике Молдова... Жос Майя Санду! 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 Забыл вам сказать! Вспомнил, как мы с вами договаривались. Каждый день проходит с нашей точки зрения враждебен интересам народа Республики Молдова. И его вердикты можно не читая выбрасывать в мусорку. Поэтому снова возвращаемся к столу.